Привет, сынок, ты куда побежал? Мы пришли в парк Галилео. Парк чудес Галилео. Держать мой сок. Ну ты вообще притух. Твой сок. Такая вот тут высота. Это торговый центр Айсберг. Выглядит. Приехали еще пораньше. Нас не пускают. Это Отрадный. Это не Отрадный. Это Отрадный. Это Самара. Ездили мы в больницу, в детскую ИДК. Гастроэнтерологу. Кровь дали там. Посмотреть. Анализы мы частенько так делаем. Вот. Сейчас поснимаю там это в этом парке, если разрешат. Забрались мы на какой этаж, сынок? Посчитай. На четвертый. Ну так, где-то приблизительно. Сейчас мы заходим. Мы купили билеты. 300 детский и мне 300. Как пенсионерки. А так 400. Пошли мы, короче. Необычные зеркала. А чем они необычные? А? Чем они необычные зеркала? А? Чем-то необычные. А там что? Мутное зеркало, да? А тут что, сыночек, ты не посмотрел? Надо читать, что написано. Инерция колеса. Теперь возьмитесь за ручки и снимите колесо. Попробуйте наклонить его и удивляйтесь. На табуретку? Нормально сядь, сынок. Сынок, садись хорошо. И видишь, оно крутится и крутится. Наклоняй его туда-сюда, туда-сюда. Почему оно крутится? Ну давай, вставай. Давай вместе, вместе. Понесли вместе. Вот, если его так... Ты понял, сынок? Если его туда-сюда наклонять, оно так и будет по инерции крутиться. Да. Так, дальше пошли. Траектория. Ну-ка, что тут? Читай, иди сюда. Здесь надо звезду обвести. Ну-ка. Ну давай, пробуй, что ты? Вот, смотри, читай. Сейчас мы тут почитаем. Так, тренажер часовщика. Видишь, что? Ну, а почему другие не крутятся? Надо почитать, сынок. Надо почитать. Вот сейчас будем читать. Надо тебе его запустить. Вот, правильно. Правильно, давай, давай. Вот. Вот. Так. Так. Вот тут, сынуль.
Верхнюю надо опустить. Верхнюю. Вот. Ну-ка. Покрути теперь. Ага, вот тут вот. Теперь все двигай опять. Вот. Угу. Ну-ка, попробуй. Почему-то вот это подвигается. Угу. Ну-ка, подожди, сынок. Сынок, подожди. Подожди. Угу. Видишь, уже крутится. Подожди, сынок. Подожди, сынуль. Ой, Дим, говорю, подожди. Скажи. Все. Лечу. Лечу, лечу, запустить. Что-то не так. Внутри куб кажется гораздо больше, чем на самом деле. Да, сынок? Тебе надо вот так вот, наверное, им крутить, чтобы везде. Попробуйте разбросать шарики по ячейкам. И снова попробуйте до тех пор, пока не убедитесь, что поровну не получится. Не получится поровну? Видишь, не получается поровну никак. Так, реакция. Реакция. Ну-ка, сейчас почитаем. Сейчас мы вот в это поиграем. Вот, молодец. Мы уже поняли, как это делается. Ну да, 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 мы соревновались, но снимать некому. А мы отчет должны деду дать. Пошли. А это что? Размах рук. Правой рукой зажмите квадратную кнопку, а левой нажмите... Вот здесь, когда ты кнопочку нажимаешь, видно, откуда ты тянешься. И покажет твой рост, то есть будет 5 сантиметров. Метр 35, метр 40, 35. Вот так. А еще попробуй же... Сброс. Сброс, да. Еще. Ну-ка, побольше. Ну-ка, ну-ка. Давай. Нет, никак? Все-таки 1,35 м сброс сделай, сынок. Смотри, зайка. Смотреть на вращающий диск со спиралью. Смотри на этот диск. Неподвижно только в центр на протяжении 15 секунд. В центр смотри. А затем переведи взгляд на кролика. Он начнет менять свои размеры. 15 секунд прошло? Досчитал до 15? Ну и как? Давай вместе, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот ты увеличился не кролик, а вот что. Да, у меня тоже чуть не увеличилось. Сможешь, надо... Ух ты, кино! Мультик. Мультик. Вот как мультики делают. Ты понял теперь? Да. Ну... Это что? Управляет шариком, не прикасаясь к нему. Можно при помощи этого экспоната. Просто попробуй повернуть трубу. Поверни трубу. О, и шарик туда же. Смотри, интересно. Ну, видишь как? А для чего вот это? А надо туда, наверное, его запустить. Ну-ка, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Выше, выше. Выше, выше, еще. Тебе, наверное, не надо вниз его так, сынок, а пробуй так, чтобы он туда вверх, вверх, вверх найти такой... Нет, еще назад, возвращай назад трубу. Давай, давай, вверх, 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 чтобы он туда зашел. Трубу тихонечко туда наклоняй, наклоняй, наклоняй. Вот, давай, 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 давай. И он перешагнет. Вот, молодец.
Еще будешь? Еще попробуй разочек. Не успел. Давай туда наклоняй. Давай, давай. Опа, молодец. Фигуры хладнее. Чтобы создать узор, не обязательно даже Сынок, смотри. Не обязательно прикасаться к красным. Достаточно поменять частоту колебаний. Так, как тут делать? Что тут? Так. Не, надо закрыть, наверное. Тут сейчас улетит. Поменять частоту колебаний. Сейчас мы это разберемся. Рисунок рисуется. Мишка какой-то получается. Или лицо какое-то, да, сынок? Смотри, смотри. Смотри, как получилось. Смотри. Интересно, да, сынок? Это какая-то куриная ножка. Смотри, квадрат какой-то получился. Интересно. Мам, пошли. Можешь похудеть? Все, понятно. Убирай руку. Молодец. Если хочешь похудеть, тогда заходи сюда. Так, мгновенное похудение. Сбрось 50 килограмм за пару секунд легко. Сядь на велосипед, вращайте педали, наблюдая в отражении, как вы худеете. Ну-ка, давай. Крути, крути. Дим, крути педали быстрее. Я не могу. Крути. Давай теперь бабуля сядет, давай. Ну такой же будет, мне тоже интересно. Все понятно. Вот такой я не хочу быть, мне рано еще. Ты молодая, там молодая вообще-то. Без кожи-то рано мне еще, без кожи-то, без мяса. Соревнуйтесь. При прохождении лабиринта соревнуйтесь. Давай, будем соревноваться. Ну давай ты сначала тоже, сынок. Подожди, сейчас я... Вот мы такие, вот смотри. Это не сейчас, а со временем. Ты посмотри-ка. Отойти надо, где-то камера нас снимает. А когда ты кружился? Сейчас, что ли? Смотри, с опозданием сынулька идет. С опозданием. Вот. Вот. Короче, с опозданием камера идет. Я машу рукой. Вот только сейчас машу рукой, да. Вот. Интересно. А вот здесь мы не посмотрели, что здесь, сыночек. Смотри. Иди сюда, смотри, как интересно. Смотри. Это перевернутая комната. Только в эту сторону можно, в эту уже никак.
А тут что? Дим, а тут что, Дим? Аккуратно запусти этот шарик по кайме воронки. Только поначалу он будет ходить кругами, а со временем вращает скорость, чтобы быстро, но незаметно соскользнуть вниз. А где шарик? Так. Самодельные самолетики не могут летать, просто воспользуйся нашу взлетную полосу и убедись в обратном. Дим, Дим! А вот, смотри. Смотри. Во, а как его теперь достать? Смотри, он все выше и выше. Ничего не идет? Интересно, да? А там? Что? Там сейчас опустится. А что, это тоже надо? Или просто он кружится? Там, видишь, какой-то пластилин, что-то, короче, появляется. Вот ты все затенила. Видишь, там что-то плавает. Ага, вижу, вижу, вижу. Плавает что-то. Давай. Слушай, кружка сейчас вылетит наша, вон там. Сболтать, чтобы получить однородную смесь. Только не в этом случае. Здесь жидкое наполнение скорее рисует без бумаги. Там рисует без бумаги. Иди сюда, сынулька. Иди сюда. Воздушный телефон. Говорить сюда. Вот сюда говорить. Привет, как дела? Невозможно поговорить друг с другом. Найдите вторую антенну и говорите через закрепленные трубы. Но вот теперь прекрасно слышно. Где? Ну-ка иди туда, я тебе сейчас скажу что-нибудь. Дима, привет. Нет? Дима. Не то что-то. Говорит сюда. Ага. А здесь что? Труба и эхо. Ну и скорость. Крикни в трубу и засекайте время. Эй! Эй! Эхо. Канат перетягивает. Погоди, погоди, погоди. Давай. Эй, ой, да ты что, Дима, Дима, ты меня утащил, Дима. Скользко. Индикатор любви и дружбы. Возьмитесь за руку своего друга, а другой возьмитесь за ручку. Ага. Пусть ваш друг сделает то же самое. Раздастся звуковой сигнал, как только вы коснетесь друг друга. Призрак композитора. Берешь вот ее, да? Берешь вот эти. Еще попробуй. О! А ты три попробуй, Дим, три попробуй. Опа, ну собирай. Возьмите за руку своего друга, а другой возьмите за ручку. Пусть ваш друг сделает то же самое, как только коснет друг друга. И чё? А
Обопритесь локтями на кружки на столе, как папа значит, зажмите уши, услышите, которые не слышат другие. Вот, локтями. Локтями. И зажми уши. Локтями прям на желтых. И уши ладошкой. Ладошкой. И что ты там слышишь? Тот локоть на середочку, вот этот локоть на середочку. Что там слышно? А там? Слышно? Вот здесь вот что такое? Иди посмотри. Надо сказать, помните, тут что-то большое, тут с этой стороны кажется, что там плоский пол, но внутри там пол разный, поэтому кто-то может быть великаном, а кто-то... Это надо заходить, да, что ли? Ой, рисовать. Песочек. Рисовать. Ну-ка. Не песок. Это снег. Птички летят, сынок, смотри. Дерево. Мамуля пока на другие. Ему это неинтересно. Мне очень интересно. Крыска какая-то кривая получилась. Дима, а тут что делать? Тут, короче, надо, да, вот этим шарик надо, да, самый. Ух ты! Силометр, сынок. Ну-ка. Я могу достать до этого сам. А куда надо делать-то? А вот, видишь? А-а-а. Тоже десятки? Тоже. А давай ты попробуешь, даже на другое. Да что ж такое-то? До 7. До 7. А как это сделать? Ну, почти. А, у меня 20-ка. Мне 20-ка, сынок. Опять 50. 60-ка у меня. Это хорошо или плохо, я не знаю. Я не знаю. Ну ладно, пошли. А вот это что мы с тобой не попробовали? Что это вот это-то? Эта скала похожа на ломтик сыра. Шарики постоянно норовят скользнуть в одно из отверстий. Только самые ловкие гости доберутся до финиша. Какие шарики? Сюда, что ли? А, поняла. Сейчас зайдем. Пошли. Смотри. Интересно. Видно, видишь, как там. Интересно, ну ты иди в ту дырку, смотри, я в эту комнату, а потом я... Давай, давай. Пойдем в дырку смотреть.
лапой. Ну и чё? А чё там в этой дырке, я не понимаю. Она такая, здесь поднимаешься выше. Привет, привет. Даже вот там на телевизоре я здесь что ровно, а вообще на самом деле туда идет. На возвышение. Все кривое, короче. Все кривое тут. Пошли. А тут что? Бильярд, сынок. Здесь надо пальцем. Вот в эту дырку малюсенькую засунуть, что такое. Ты что? Бери шарик. Куда его вставлять надо? Надо вот в эту дырку. Давай, давай. Ну не так. Не знаю, сейчас надо думать. Я все. Пошли, ладно. Самый предсказуемый, даже без кия 100% попадание. Ну, ясно. Так, тут что посмотрим, смотрите. Это, смотри, гитара. Димочка, на мне. Здесь вот камера включена. Поснимай меня. Вот. Переверни. Вот так сама. Или вот как-то вот так. Вот так. Ты закрыл. Ты что тут? Ухо какое. Акула. Музыка океана. Это надо слушать, наверное, там. Ой, мамочки родные. Напугала. Видишь? Давай, давай. Ну. А тут что? А тут, наверное, барабан, сынок. А как тут? Непонятно, да, сынок? Слушать здесь. Оазис пустыни. Так, а это что? Специальный маркер, который рисует цветом. Рисуйте надписи, рисунки на специальной пленке. Не беспокойтесь, следы исчезнут. Сынок, идем рисовать.
Интересно, да, сынок? Машинку рисует. Ой, какая машинка у него интересная. Ой, а это кто, человек, что ли? С пестолем. Да ты чё? Сынок, а туда надо заходить, что ли? Можно. Пригнитесь. Осторожно пригнитесь. Что? Чё там? Ну-ка зайди, попробуй. Не, не боюсь. А, туда надо зайти, сыноль. Вон туда заползти надо, вовнутрь. Туда иди. Иди заползай вон туда. Не, иди, не бойся. Что тут будет-то? Не знаю. Не, подожди, здесь нету дырки, а там надо заползти. А как это? Интересно. Ой. Отсюда нужно вылезти. А я тебе про что и говорю. Это вот где ход-то? А как это? Обман зрения, сынок. Обман зрения. А это что такое? Вот эта штука. Вот. Во, клево. Ну-ка давай, сыночек, садись. На табуреточку садись. Вон табуретка, сынок. Вон табуретка, садись. Давай. Я тебя сфотографирую еще потом. Давай, сынок. Вот. Правильно так. Ты на всех по всем барабанам пройдись вот так. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Двумя палками. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Давай. Вот колечко. Давай, сынок. Все, пойдем, выберем. Потом надо, знаешь, куда нажимать? Все. Вот, смотри. Ой, мамочки родные! Ой, мамочки! Мы кружимся? Я не знаю. Да, мы кружимся. Ты где? А мы можем, мы не выйдем отсюда иначе, сынок. Ты куда? У кого-нибудь. Ну-ка, я стой здесь. Я пройду сейчас, посмотрю там что-то. Ой, сынок, беги, тут нет ничего. Бегу. Ой, меня же голова скружила. Ой, ой. Кружится дом, здесь что ли? Здесь матрасы. Вот тебе и лабиринт. Ой, иди сюда. Ой, черт. Пошли быстрее. Ой, комната перевернутая, сынулька. Смотри, мы с тобой кверх ногами даже там. А может... Ой, не говори, сынок. Смотри, даже люстра, ага. Ой, цветок, батарея. Ну-ка, сыночки, я тут смотрю, что тут. Так, темный лабиринт. Так, если
пойти в темный квадрат, если опасаетесь и хотите его пропустить. А что там? Не, мы сюда не пойдем. Мы хотим его пропустить. Отсюда, наверное, выходит с этой комнаты. Так, вот он лабиринт, сынок. Так. Опа. Опа. Ты, сыночек, от меня не уходи, а то мы с тобой заблудимся. Ай, куда мы пришли? Да, так, там зеркало тут. Ой, тут зеркало. Пошли, пошли. Вот здесь. Ты руку только вперед. Опа, зеркало. Зеркало. Здесь нет зеркала. Оп. Оп. Ой, Дим. Тут зеркало. Дим, ты где? Я вот. Ты не уходи от меня. Это опыт, опыты ставят они там. Так, ну куда мы с тобой идем? Так, мы уже заблудились. Да и вот мы, если что, выйти можем. Так, где? Где вход, где выход? Здесь вот такие. Этот выход для встречи. О, тут выход для экстренных ситуаций есть. Ау. Инзигарин. Так, мы сюда ходили? Мы сюда ходили? Там где-то выход. За мной иди. Бабуль, я нашел выход. Мы вот откуда зашли, сынок. А надо, а как назад нам? Слушай, ты не истери, потому что мы здесь, это, как тебе сказать, не вот тебе в такой ситуации, чтобы нам истерить. Мы сейчас позвоним, если что, и вон в экстренную дверь выйдем, да и все. Мне просто интересно найти выход-то. Димка, это кто это за мальчик там ходит? Ой, здесь их раз, два. Дима у нас не отражается в зеркале. И бабушка Ира тоже. Ты вампир, что ли? А здесь отражаешься. А здесь нет, а здесь да? Здесь да, а здесь нет. Это что такое? Это что такое? Ну что, пошли? Ой. Нам куда? А вот твой лабиринт. Слушай, мы провалимся. Нет, это зеркальная комната. Пойдешь? Там вот вон там выход, сынок. Нам это пробежать надо как-то. Ой, натерпелись мы тут. Нам теперь срочно нужен туалет. Пошли в отсветку. Ура. Ура. Ой, из лабиринта мы бы не вышли, если бы молодой человек нас не вывел. Выкидывайте бахилы, они не понадобятся. Мы зашли в кафе поесть вкусняшек. Сидим на улице, а здесь вот такая благодать. Подается увлажненный воздух подается. Так хорошо в летнюю погоду дышать. Диме очень понравилось. Он сидит под этой струей, подставляет голову. Неожиданно. Первый раз я такое вижу. Сидим, ждем заказ свой. Чего ты? Там мороженое, коктейли, мороженое и банкет. Ты думаешь, тебе и мороженое принесут, и коктейль? Одно принесут. Мороженое. Покажи ложку, какую принесли тебе. Необычную.
ложка необычная какая, Оди, вот такая. А потому что, знаешь, на краюшек вот так ее вешают, вот. Димке мороженое, у дедульки свежевыжатый сок и творожное кольцо с каким-то очень вкусным заварным кремом. И трубка. Вот мне завтрак такой принесли. Ты что вытираешь? Губы что ли там? Панкейки Диме принесли. Дедулька уже все съел. А я только начинаю. И капучино. Дедульке еще предстоит 3 панкейка съесть. Ничего, не расстраивайся. Мы с дедом не расстроились, да? Мы на птичке. А вот смотри, какие маленькие. Кто это? А, Мадины. Попугайчики. Черепахи, сынок. Где-то киски. Вон киски. Пойдем. А что она не нажарит? Ой, господи. Тебя в дар дают. Кисульки. Ой, кисулечки. Там у них попить-то есть. Киски маленькие. А у этих нет. Тоже в дар дают. В дар. Даже не продают, а просто отдают, а. Да хорошо. Ну, я бы, если я бы купил, то вот такого вот. Почему? Да, он тут самый красивый, по-моему. Ну, вон красивый. Вот этот вот красивый. Да, еще вот. Мопсик. Мопсик. Налейте водички-то ему. Или это не хозяин? А что водички-то не нальет никто? Маленький. И у этого нет водички.